Привет, друзья! Российские военнослужащие показали подготовку и стрельбу из ПТРК «Метис». ПТРК-9К-115 «Метис» был разработан в 1978 году. Комплекс, несмотря на свой возраст, все еще остается актуален из-за пробивной способности, компактности, легкого веса. Не всегда возникает необходимость в дальнобойных ПТРК. Комплекс неоднократно модернизировался, его дальность стрельбы повысили до 2000 метров. В данном случае расчет применяет пусковую установку 9П-151 и кумулятивную ракету 9М-115 с дальностью полета до 1000 метров. Бронепробиваемость ракеты 9М-115 ПТРК «Метис» до 550 мм брони. Время приведения комплекса в боевое положение 12 секунд. Скорострельность до 4 выстрелов в минуту. Это наш «Метис» регулируемый с удобством. Вот такая оптика у него. Вот это кумулятив. Также есть термобарический и осколочно-фугасный. Берем ракету. Устанавливается она очень легко и быстро. Мы ее поставили, рычажком довели до самого конца. Все, ракета стоит. Взводим. Так же, как простой автомат. Ракета управляется на проводе. Медная проволочка идет у него. На 1,5 километра. То есть она намотана на ракете. Вот мы уже постреляли. Вот медная тонкая проволочка. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.